Здравствуйте, здравствуйте. Бежим, бежим. Прятались в лесу, спрятались от дождя. А то вышли с маршрутки. И дождь. Ну, здесь... Ну, это такой дождик. Ну, спрашивают, а что, синоптик обещал? Я говорю, ну да, ну да. На синоптик надеяться. Сегодня дождя не должно быть. Так нам говорил вчера синоптик. И идем, идем. Смотрите, как красиво. Красопулечка. Вот так. Вот у нас мох, это так. Иногда, изредка. Сухой у нас лес, конечно. Там, где есть влага, там есть и грибочки. Ну, старенькие. Старенькие, старенькие. Там что такое спряталось? Ну, это что-то на сыроежки похоже. Совсем. Ой. Ой. Совсем ничего. Ух, а это что такое? А, мне показалось, что это громадный слымак там сидит, как слон. Это сыроежки. Сыроежки. Можешь говорить, что на одном канале. Ой, господи. Вот такое. Мы проходим мимо таких грибов, вот их полно. Для нас это не сыроежки. Ну, может, для людей это сыроежки. Может, люди берут такие. Мы такие не берем. Сейчас их полно. Можно встретить в разных местах леса. Это что? Это ничего. Видите, маленькая поляночка. Сколько подберезовичков. Старенькие, молоденькие. Ой, рой, Витя, давай брызгай. Зашли в лес, я говорю, может, что дождь. Ой. Фу, кошмар. Давай, это мне... сейчас съедят. Вот такая поляночка получилась. Ой, кошмар. Нашествие. Среди дубочков растет грибочек. Дубы меньше за грибы. Ну, не в этом случае. В этом случае дубы были больше за грибочек. Там один, там один. И так по грибочку, по грибочку. И что-то насобираем, как всегда. Ну, не как всегда. Часто бывает, вообще ничего нет. Ну, разве что осенью. Может, что-то. Тоже не угадаешь.
перед войной было очень много грибов. И где-то слышала, я не знаю, что перед войной, перед такими природа дает большой урожай грибов, спасает людей от голода. Ну, в этом году мало, может, война закончится. Дай-то Бог. Дай-то Бог. А мухоморчики стоят. Мухоморчики стоят. Ой, где-то зацепила муравью. Они, сволочи, если кусают, так больно потом. Посмотри-ка, то уже, не знаю, штук 10. Большущие такие вот эти лесные. Хотела мухоморы вам показать. Ну, как бы больше, не знаю. Такие, видите, хорошо, красивые хорошо. Мухоморчики. Ну, вот эти бегают огромные. Где я их подцепила, не знаю. Но на руке было. Че, две бабки? Одна. А? Что там? Одна вот такая вот здорово разгрызла. Червива. Бабочка. Бабочка, бабочка. Ну, совсем что-то. Ну, в рост мухоморы в очередной раз пошли. Вон какой лопух стоит. Там здесь такие бабки такие были. Ну, то есть я два дня никуда не выходила. Ну, там есть работа была дома, конечно. Не то, что я там сидела и ничего не делала. Ну и жара стояла. В такую жару не хочется сейчас. Сегодня, ой, сегодня немного меньше, но душно. Будет дождь все-таки. Ой, с этими дождями, то ждешь их, то уже люди жалуются, картошка уже желтеет, огурцы желтеют, но у нас-то картошки нет, мы не садим. Но огурцы, да. Настетка из Ровенской области. Да, нам посылочку передали родственнички. Наши любимчики. Ну как их не любить, слушайте. Огромную курицу. Дочь говорит, это что, она индюки выращивает? Банку меда. А чтобы я не возмущалась, она меня поставила перед фактом, что посылка едет уже там в Киев через наш город. Лук такие, такой огромный. Ой. Я говорю, а лук-то ты зачем? А говорят, чтоб ты увидела. Ой. Картошки. Наелись картошки молодой. Ой, такие у нас родственники. Ну, чё там, ничего не вижу. Не наступило. Чуть не наступило. Ну, возможно, на одно видео и что-то соберем. А вы говорите, ведра, корзины. Какие ведра, какие корзины? Вот пока дойдем до дачного участка, может, на суп наберем. И что, телепаться с ведром, а тем более с корзины. Мы люди простые. Мы показываем все честно, как оно есть. Без красивой картинки, а реальную жизнь. Не приукрашаем ничего.
Как оно есть, так и показываю. Можно, конечно, собрать 5 грибов. Красиво это так преподнести. Но здесь все натуральное, все естественное. И вы ходите с нами по лесу. Только вот комары вас не кусают. А так все, реальная жизнь. А то люди думают, что вот так придешь в лес, романтика, красота. Не, идешь по лесу. Вон, это что, мухомор, наверное. Голова запущена вниз, смотришь, Вперед. Где грибочки? Конечно, есть места, что люди приезжают. И не надо, просто режь. Собирай. И все. Но о нас наш лес заботится. Он хочет, чтобы мы ходили. А это забота о нашем здоровье. Ой. Так что мы нашему лесу благодарны. Вот видите, сколько прошло. И ничего. И муж там идет, тоже молчит, значит, ничего. Вот такая тихая грибная охота. Комары кусают, муравьи нападают. И все. Сказала, муж молчит. Что-то начал кричать, а я ничего не слышу, далеко-то шла. Что он там нашел? Чего он там орет на весь лес? Чего ты, муж, там орешь на весь лес? А я ничего не слышу. Ну, конечно, не чую. Я-то геть, он уже куда. О! Ты что, меня из одного гриба? А вон что я была. Видите, как он о вас заботится. Чтобы вам все показать. Все, на, эти маленькие, которые я. Вон что я была. О, как он заботится о вас. Ой. Тут еще один он маленький. Ой, где ты там, вот такой букетик получился. Но я бежала, думала, что он белый нашел, а это маховички. Ну, они тоже хорошенькие, вот такой. Ради этого букета вернулась. Ну, нема, да. Нет, там же ж один я нашла. Один-то я там нашла вначале. А, ничего, маховички тоже неплохие. Грибочки. А что, их богато? Говорит, ты что, мало белых нашла? Так хотелось бы все больше и больше. Что? Сотни полторы, это точно две. Ну, еще вся надежда на осень. Сейчас так, по мелочевке, но все равно приятно. Может, отхожу, так он сразу начинает грибы находить. Все, рвусь на дачу. Где? Когда много грибов, то мы дойти не можем. Но муж начинает орать. Задолбали эти грибы. На даче работать надо. Все, в следующий раз грибы собирать не будем. Так, на то.
листьев набралась. А грибов мало-то. Ходит, выискиваешь. Куда ты пошел? Че ты там? Все равно же ничего нет. Фу. Только листья, что ее не видно. Ой, ой. Ой, все растеряла. Маша растеряша. Лисички. Лисички, сестрички. Ой, в руку не вмещается. Маховичок-то надо вырвать как-то. Надо как-то вырвать. Маховички есть немножко. Все кусают меня, бедную, несчастную. Ах, женщина. Уже нервное какое-то. Уже и не кусают, а кажется, что кусают. Че? Шо? Давай, рви, да пошли. Я не пойду. Не, ну что вот. Господи. Ходи кругами, слушайте. Уже вернулись туда, откуда начинали. Ты что там? Вот, видите, грибы собираю. Ух, какой большой. Ух ты, ух ты. На эту мелочевку. Ой, какой грибочек. Ух ты, красавчик. А как это мы его прошли? Мы тут вообще, наверное. Ха. Так мы шли здесь. Ух ты. Вот это понимаю. Грибочек. Ой, комар кусает. Нам уж. Сниму тебя с твоим уловом грибным. Хороший гриб, слушай. Я старался. Ну да, он старался. Ну, а то... Кружляя, кружляя. Я уже не знаю. Пошли, вот еще что-то встретим. Там сыроежку надо штупчи. Не знаю. Сзади. Да, она стара. До свидания, до свидания, до свидания. Идите в лес, здесь хорошо. Жарко. Душно. Комары кусают. Но интересно, так что... До свидания и идите в лес.